Так, очень плохенько видно, но это Юпитер. 19 августа 2021 год, Харьков. .42 по Киеву, Харькове. Близко к горизонту уже Юпитер. Весьма небо облачное, но вот я вижу ниже Юпитера спутник Ио Ганимед, и за Юпитером блямбочка Европы. Эй, где ты потерялся? А вот он-то. .600 миллионов километров до Юпитера, противостояние сегодня Юпитера. Юпитер на ближайшем расстоянии к Земле будет в ночь 19 на 20 августа 2021 года. Великое противостояние, когда меньше 600. Миллионов километров до Юпитера, окажется, будет в следующем году, ну и сейчас неплохо. Даже экваториальную полосу я могу себе дорисовать. Ну, наверное, видно все-таки, да? Хорошо, это 3200 ISO, дубль третий. Сейчас сниму еще одну, еще один дублик на ISO максимальных. Уже очень светло видно, да, как низко над горизонтом Юпитер. Надеюсь, все основные съемки пройдут вечером, если с погодой повезет. А пока 4.44 в Киеве, в Харькове по Киеву, вернее так. Совершенно случайно и попал. Ну и облачное низко над горизонтом. Ну, вчера было вообще сплошная облачность, так что надеемся на лучшее.